Но я только лирично могу ответить на этот вопрос. Так как я с политикой не дружен, я могу сказать, что люди, которые жили в Крыму, я там много снимал в свое время, они всегда говорили: заберите нас в Россию, заберите нас в Россию. Это даже было в то время, когда Федор Бондарчук снимал «Остров», я туда приезжал. Вот. Таксисты, Ялта, Севастополь, Симферополь. С другой стороны, есть люди, которые не согласны, такие всегда будут. Да? Но я считаю, что это нужно было сделать, и Крым должен был вернуться в границы Российской Федерации.